наконец-то мы закончили играть в Дзержинске. Всем спасибо, кто нас поддерживал. Все-таки сюда ездить было непросто, действительно, но иногда кому-то удавалось сюда доехать, и ту немногочисленную поддержку мы чувствовали. По игре, наверное, не совсем заслуживаемое поражение, но и нас ничья уже, наверное, тоже не очень устраивала. Ну, обидное поражение. Пожалуйста, вопрос. Так счет-то все-таки по игре? Счет не по игре. Незаслуживаемое поражение, Николай Николаевич. Почему безденежных не играет, он говорил? Грифтон. К сожалению, да. У Сергея серьезная травма? Мышечная. Ну, трудно сказать, успеет он еще сыграть в этом году, в этом сезоне. Следующий домашний матч команда будет проводить в Нижнем Новгороде на новой арене при большом количестве зрителей. Вот, проводя сезон при малом количестве зрителей, готовы ли ваши подопечные вот к такой истории? Не знаю. Не знаю. Только игра покажет, готовы или нет. Или нет. Мы вообще не играли еще при большом стечении публики, поэтому не знаю.